Вам не кажется странным, что койот и барсук дружно бродят, хотя оба хищники? Почему же койот не пытается употребить барсука в пищу? Вас удивит, но в их паре кроется довольно выгодный союз. Койоты и барсуки работают в парах, чтобы компенсировать недостатки каждого из животных в охоте. Питаются эти хищники одной и той же дичью. Барсук, в отличие от койота, отличный копатель и умеет выгонять потенциальную добычу из нор. Но как только жертва оказывается на открытом пространстве, барсук проигрывает, ведь он очень медлителен. На помощь приходит койот, которому совсем несложно на большой скорости догонять дичь. Если койот успевает схватить добычу, то забирает ее себе, если же жертва успевает спрятаться, то ее добивает барсук. Теоретически данный союз нельзя назвать дружбой, ведь оба животных являются конкурентами за одну и ту же пищу. Но вам не кажется, что слишком уж дружелюбно этот койот зовет барсука на охоту?